Здравствуйте! Сегодня мы подтапливаем стену под нанесение декоративной краски Синхаба. Там мы покрашиваем вот такой краской, которая марки. У нас бетонирована нужная нам сеть. Красим валиком, тоненьким слоем. И стену желательно два слоя. Чтобы краска высохнет, будем наносить декоративную краску Синхаба. После того, как краска полностью уже высохла, наносим наш декоративный материал Синхаба, вот такой Monkey Head. Наносим кисточкой и шпателем будем моделировать рисунок.